У мемориала «Яблонька» в промышленном районе Самары с самого утра особенная атмосфера. У стелы выставлен почетный караул отряда «Пламя». Школьники поддержали День солидарности в борьбе с терроризмом и вспомнили тех, кто погиб в Беслане. Еще вчера они учить пытались буквы. Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать. Мемориал «Яблонька» возведен там, где раньше находилось одноименное село. На памятной доске выгравированы 30 имен его жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В числе тех, кто слушал стихотворные строки, представители администрации промышленного района, ветеранских организаций и школьники. Для меня моя родина – Россия. И я помню все моменты с войной, с патриотизмом. У меня очень много ветеранов, родственников. Все это рассказывали, поэтому я хочу как-то донести сейчас это все, поддерживать тоже, чтобы это ничего не забывалось. Сегодня вспоминают важную дату в истории. 2 сентября был подписан акт безоговорочной капитуляции Японии. Этот день ознаменовал полное окончание Второй мировой войны. И однозначно это очень важный праздник, очень важный именно для подрастающего поколения в первую очередь, потому что ни для кого не секрет, люди, которые не помню своей истории, этих людей очень легко победить и завоевать. И очень важно, чтобы мы помнили и чтили эти праздники, и только в этом случае мы обязательно победим фашизм. И очень важно воспитание нашего подрастающего поколения. После торжественных речей была объявлена минута молчания. У мемориала начал свой отсчет метроном. Завершился торжественный митинг возложением цветов к памятнику погибшим воинам. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.